Потом из хостой, блядь. А, мне обычка не попала, да, обычка. Не, воля. Ну хотя Редвар, воля, кстати, да. А зачем мне воля? Она меня апнет, что ли? Ну не, хотя у тебя. А, ебать, у тебя Чехагер, нахуй тебе воля тогда. У меня чешка есть. Мне вот это надо зеркальце поменять на сплетение. Сядь, это не на энх выбрасывай. Лично я шмот с РПБ энхом отдавать не буду. Чего хватает мое кольцо, которое мне отдали? Я не знаю, кто от кому чего отдал. Энхам РПБ не нужно. В реалиях для начала подал. Какой мейнспек у Сядя? Мейнспек не ОЛМ. Ну я энхов толковых, кроме раздаваки, не видел ни одного на себе. Да не важно, все равно РПБ энху не нужен, в Т5 подал. Значит так, в ДД у нас абсолютно все, кроме Элбрилла и Морал. Они хилят вдвоем. Да, ребят, да. Мне дорогу заходить? Кто пишет в ПН, да. Зачем? Это решение вдвоем. У тебя здесь нету ДД-спека? Нет. Какого-нибудь кривенького? Оставайся хиле, значит. Пускай хпал нормально. Хоть танки не упадут. А еще Кир сдох. Он отошел, вернется с Урфанга. Короче, на пул. Вас есть Зев? Есть что? Зев. Есть. Дай парочку, пожалуйста, потом отдам. Торхран, выдвигайтесь! Герои, будьте начеку! Фрейд, дай, пожалуйста. Начинает и Пегастрий, а ловит его в танк. Я после рейда отдам. Спасибо, что напомнил. За то, что отдам, всегда отдаю. Тихонечку сегодня еще. Напомнил, я уже забыл про него. Не закончилось. Мы назвали его Дранош. На орочем это значит сердце Дренор. Не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Я пообещал его матери, когда она умирала, что пройду через темный портал один. Неважно, умер бы я или выжил, мой сын остался бы цел. Но даже фласки на СПД нет. Я исполню это обещание. Жалкий старик. Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественно было имя короля Лича? Thank you.
забирает и гаст босс. Не, что-то мозер все равно не то, блядь. 19 только там, нахуй. В смысле 19? 17, ого. Ну там скатилось, блядь. Ого. Но все равно что-то не то, блядь. Ну давай посмотрим, что у тебя. Ай, блядь, ну конечно, автоматическая стрельба на первом месте. Ты чувствуешь, что это что-то не то, блядь. Никогда не отрекайтесь от нее. Луки 30-ик ровно, нахуй. В рекламе так прикольно смотрится. По идее, у тебя должен быть киллшот на первом месте. А, ебать, да у тебя крита нихуя нет. Сколько у тебя крита? Сейчас 80 только. Фарадо, ты тут? Да. Заходи в рейд. Да, бля. А у нас лагает человек, он не может вообще ничего сделать. Вместо меня? Нет. Ты же можешь, ты нажимаешь. А он вообще не нажимает. Полина топ. Эрдвар, это нормально то, что у меня мощный удар по 3000 идет? Ну, возьми посох, сходи в соседнюю комнату и реши проблему. А вон он пришел этот пост. Сама говорит, посох ты. Что за посох? Он говорит, это мне говорит, что-нибудь тяжелое и сучковатое. Красивый посох, трусах, рано. Ну почему в трусах? Потому что дом. Давай только вот эту лестницу тоже зачистим, блядь. Чтобы потом бежать не было через эту лестницу. Олег тоже, да? Честно, убил бы. Не бьются 10 секунд. Да, там же есть вторая лестница. Ну да, так на кровь дольше бежать. Если бы на сурке был босс. Я вообще поспорил, бить или бежать. Ты удлинил наш рейд на 20 секунд. Стягиваешь удовольствие, понял.
что там. Сапер ошибается только один раз. Редвард. Это нормально? Сагрел уже. По 3000 бьет. Мощный удар. Не по 3000, 400, 4800. Что за бред? Я не замечал, если честно, сколько у меня бьет, блядь. На панелике, короче, пишет то, что 6К, по-моему, там, и 5К, и что-то такое. Бля, у меня показывает 9К, доктор Д, может. А в рекаунте смотрю 4900, блядь, попадание. Бля, у Неликса боль, наверное, побольше дамажит, чем мой слэм. Собаку зайдите, типа, пожалуйста. Чуть полегче будет. Так она сама по себе скилл не очень. Ну это дырки в ротации закрывать. Сколько там сотка должна быть, да? В идеале. Чего? Крита, на ханте. 101,8. На форуме 104 писали. Ну ты ретрика или Элема считаешь? Шкаф. Чё-то хуя, блядь. Кэш-то хуя. Вась, ты можешь у меня остановиться, я подвинусь, ты же хил. Шкафируй. Бля, обычно. Как я люблю твое хоп. Нет, Кирс. Это на физик. Кирс, это на физику. Исчезательный шкаф. Дайте баф. Анкил кинешь? Гал крик на хп. Чё кинуть? Кань меня. Носок. А ты кто? Рада. Окей. Ты мне бафнул эту? Приста баф и... Сейчас рыбу пожру. Ну народ, чего не хватает? Thank you.
Визг. Я там не вижу. Мелко. Мозор выноси. Отказываемся вот от лута. КЦ. Как и гниломорт. Молодец, что оставил столько газа. Я его даже чувствую. Ярости недостаточно. А кольцо надо кому-нибудь свалить, нет? Я бы и кольцо забрал. И мне надо. Кровь забирает морал. Осколок Женуэн. Тебе две шмотки хватает. Женуэн забрал осколок? Да, он за ней, да, он в чате, я видел. Кровь забрал, морал? Зачем ты, Мозер, я ГП свой приор свой будешь сливать? Отступи, лучше мне колечко я заберу. Да, понимаешь, чтоб мне по приору забрать у кого-то шмот какой-то, блять, мне надо сидеть. У меня 2000 ГП. Так. Я заберу только то, кому ничего не надо. Хант в ДВ рейд из Жоков пишет 279-й, камна, ник по-английски. Камна. О, господи, пожалуйста. Что? Это он полностью донатер полный, и ему как бы пофиг на приор, и он будет в рейдах творить, ну, что хочет, он может уйти и просто, может зафкашить. Вообще пофигу. Придет, ну, давайте ГП. Да, мне типа пофиг, типа. Давайте ГП. Не брать, короче, да? Не про стоит. Кого? Я рассказывала. Нет, про ханта, который в воронке лутал по 10 тысяч за ГП и по 15, потому что он так захотел. Вот это как? Трейд. Везде за шмотом. Что? Типа ДПС он может давать, он умеет. Но ему пофиг на рейд. Посмотри, можно в целом попробовать взять в ДВ рейд. Не понравится, просто выкинем его нахуй и все. Ну или так. Короче, я ему ничего пока не писал. Кину инвайт ему. Или что ему сказать? Сказать, что пускай заходит. Скажи, возьмем тебя на проверку. Все. А какое время ему подходит? Может, ему только вечернее подходит? Войт ведет добор в ДВ рейд. Мейн спек штаны. Вага, я про пост тут спрашивал. Чего? Пояс тоже не могу на НХ взять? Конечно нет. РПБ. Ну, раздаваки такой я вот сейчас открыл. Пояс лучше нету этого пояса. Это вот вообще неправое. Просто это твин. Хорошо, Редвар, пояс не чарь.
пока время не истекло, если найду аналог, да, оставишь себе. Если не найду, значит, передашь. Еще Дарт этот пояс брал, я помню. Все штаны на успех, никому не надо кожаные. Вот это нам мейн спек. На оф спек. Народ, трейд кидай. Пегастрин на боссе, алоэ на слизнях. А есть дживскол? Поставил Дживса. Спасибо. Ручи на пул. А это, мне мили сайт или вдалеке? В ебенях где-нибудь. Он не будет ливать, сказал Джоков. Что-то хуйню понаписал, какую-то нуху с ним. Да и хрен с ним. Хочет ходить в ДВРей, пока герой, и быть в своей гильдии. Хуял нахуял. Кого-то мне это кого-то мне это напоминает. Говорят, с этого босса объект падает. 50. Да, на прошлом КД. Ходят слухи, да. А, это то КД, которое я пропустил, да? Не Маба убьем, может, сразу. На профа, который. Ну, с великаном, да, можете спулить. Давай, я его притащу, где кровь. Ну, тут никого нет. Бля, мы все умрем. Помогите. Да,
нормально. Где кровь, там убьют. Тычка, короче, вышла этим слэмом на тухлом 100 тысяч, блядь, прикинь. Вернитесь, пожалуйста, все. Посмотрите, да. Куда вы все убегаете. Да нормально, нормально. Нормально, все, на крови убьем. Спулили и побежали. Танк ведет, в чем проблема? Кого спулили? Сколько еще тебе осталось, Женлен? Не достаю. Не дай бог дамажить не будешь с оранжевой палкой. Сейчас Женлен кидает гель. Не будет, тю. Себе нет. Ну что, Лага, нашел пояс. Аналоговый только есть, кожа. Там... Я вообще-то там... только что лут раздал. Сейчас буду смотреть, где что падает. Там нету, но фишка в том, он будет часто это хм. Ой. Венах своего прыгать, нет? Не, видишь, что просто народ кипш не поднимал, если я аналог не найду, придется отдать. Там аналог пояса. Кожа, но там синее гнездо. Так, там кожу не из-за этого не берут. Кожу не берут из-за этого, из-за инты. А инта тебе дает. В случае другого пояса нет. Запы бисовые с РСХМ. Чуть хуже аналог с Салария на обычке. Это в любом случае так. Пояса давно нету на НХ, я смотрела. Буливан, да, у тебя есть это время, я ФКш. В темпе вальса желательно. О, замен у нас, к сожалению, нету. Единственный аналог пояса, я вижу, нормального, это свайши с обычки. Блять, заберите. Ладно, Редвар, давай переролим его в спеке там кому надо. Да, я тебе дам переролишь. Кирс, я знаю про этот пояс за УД, что он очень хороший. Вот теперь ребятам это попробуй доказать. Офспек. Трейд везде забирай.
Объясняю один раз. Спек будет пускай приоритетнее, чем твин. Но на ваш третий спек мне просто насрать. Надеюсь, доходчиво объяснил. Я даже первый еще не собрал. Какой там третий? Это ГПшку не забудь нам писать. Я уже все снял. Нет, ему вписать, я понял. А, это у него в спек. В смысле, с Лема, когда на это, на это прыгает, там нету такого, да? Да, типа, из Милика в РДД, из РДД в Милика. Да, там разный шмот совершенно. То же самое, на самом деле, можно прошедать, сказать, или минутика, ну ладно, я промолчу. Нельзя. Или КРДД разные спеки сказали. Коник, а ты будешь со СПД в шедей бегать? Нет, я буду с хосты в мультике бегать. Ну, а основной статус-то какой стоит? Танки, стаунтите тактика. Тактик бьет ДДшника. Костя, нормально. Да почему Берса этот сап не снимает? Блин. Это же необычное ошеломление. Что ты думал, в сказку попал? Ну да. О, стан, это больше стан. Блин, стан. Это не больше стан, это стан. Необычный стан. С уроном. Это как таунт протопало, да? Необычный таунт, но с уроном. Да, типа того. Сан Лейн, непобедимые воины короля Лича. Теперь наши силы едины. Восстань. Алоэн и Келесете. И уничтожьте наших врагов. Пегастрий, правый два. Короче, на баф и пул. Насладитесь болью. Моя чаша полна. И прольется кровь. Трепещите перед толдом. Ладласт. Ибо сила сферы питает меня. Бью Армсом кинетику, ебать. Хоть одна кинетика упадет, все РДД получат ГП. Насладитесь прольется кровь.
Ну давай бегом за своей палкой оранжевой. Так, теперь, наверное, у всех встал вопрос. Кто next? Меликс. Заслуга моя. Тактик убивает друга. Раз, два. Надо кому-то. Майн спек оф спек. Уходит на дис. Кто в рейде может собирать осколк из дамагеров? Я могу. Я Навара. Иди отсюда. Это отличное предложение, очень было. Берешь и собираешь так же, как я своим варом. Ходишь с фугами в обучку. Ты же не хотел, кстати, шеем вроде, да? Ну, потихоньку, если будет собирать, чё бы не. Так, прям целенаправленно, нет? Не могу использовать эту способность. В итоге, кроме Анкила, кто может собирать осколки? Ну, Шторм может, Полина может. А, ну да, Шторм, Анкил, я говорю, дамагеров. Он сказал, из дамагеров. Да, я поэтому ему... Резист, Неликс, вы типа осколки собирать не можете, да? Резист даже палку-то не дал. Ну, как-то понятно. Неликс, сколько у тебя осколков? Кирс, где ты тебя наебывал? Тебя просто наебывают, не дезинфальт. Лучше набираю, кроме тактики. Он 800 за палку получал, да? Я про жену, Эна. Да. Ты это вспомнил. А чё по проходкам у нас? 20к ачьего слича, а остальное чё? Какие-то ещё цифры есть, которые отличаются? Это лучше Кфарада, я не знаю. Спрашивает друид там. Илферионник. Все, смотрите, вышел офлайн. И рефракт. Кстати, Вага, у меня такое предложение. Что всем ДДшникам, абсолютно всем, на успехи выдавать КПшку. И без разницы, он играет Элимом, там, допустим, или Энхом. Потому что, к примеру, я приведу, я играю, допустим, Фуриком за мейн.
ты на Армса, допустим, на Агилу шмот не наденешь, потому что там нужна сила. Естественно, я получаю АГП, а кто-то нихуя не получает. В смысле? Ты сейчас... У меня просьба... Ну, говори, говори. Что сделать всем ДДшникам с АГП и шмотка на второй спек? И много таких они классов, просто брать не будут, не подходят. Пускай они берут. Ты понимаешь, язык, твой Арамс и Фурик, один, что с той стороны милик, что с другой стороны милик. Ты так, ханта из вары не сделаешь. Не, это понятно. Но шмотки там различаются, понимаешь? Эдвард, ты что, обиделся, что ли? Первоначально было условие, блин, говорили же, что твин это все-таки... В чем проблема? Нет, ну это я понятно, это понимаю, я ему отдал шмотки, без проблем. Единственное, что очень сомнительно в ДД из ДД спекать, вот это очень сомнительно, это да. Да, в плане того, что ДД просто забирает шмотку на ДД, но при этом КП некоторые не получают за шмотки, я об этом. Я тебе скажу махинацию, как можно сделать на третий спек. Вот сейчас Сережа сказал, что он ему пофигу на третий спек. Я полностью забываю про хила. И делаю два спека как сядь. Получается так. Из ДД в ДД это стрёмно. Вот это вот сомнительная история. Вот это надо править. А не чтоб ребята на второй спек получали ВГП. Без проблем. Хочешь поменять спек, меняй. Это я у нас в целом говорю. Я знаю, что это не запрещено. Ну, Руси, заходи в рейд вместо Буливана. Вместо меня тоже можно. Тебе надо отойти или чего? Да, Тупак, вдруг вылечу. Прохилимся. Ну, если готова, окей. Ну, наверное, где чарка? Давайте уже. Эпик, обнови каску под друидом, я сбил случайно. Ярче на баф и пул. Пегастри МТ, Лоя, ты делишь зеркало. Осколки в итоге собирает Неликс. Если есть возможность меня не кусать, не кусайте, что-то фризит.
кто стоит в мизоне? БЛ уже можно сдать. Отказываемся от лута. Осколок забирает Неликс. Сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Вага, ты Локи первого кусил? Довольно пустой болтовни. Да. Прибыли наши герои. С их помощью мы пробьемся через зал.